Друзья, приветствую на канале «Как вязать». Сегодня будем с вами вязать вот такой завораживающий ажурный узор. Посмотрите, какие прелестные косички, которые чередуются с дырочками, просто создают такой игривый, романтичный образ. Изнаночная сторона очень аккуратная. Отлично будет смотреться на топах, пуловерах, свитерах. Джемпер, кардиган отлично подойдет для любых вязаных изделий, например, на весну или на лето. И сейчас расскажу, как вязать. Узор очень простой. Нужно набрать число петель, кратное 5, плюс 1 петелька для симметрии и 2 кромочные петельки. Это если вязать поворотными рядами. Узор легко вяжется по кругу. Вы сейчас поймете, как это сделать. Итак, вяжем первый установочный изнаночный ряд. Кромочную снимаем. Далее 2 лицевые петельки. И раппорт начинается установочного ряда. 2 изнаночные петельки. Одна и вторая. 3 лицевые. Все, это и есть раппорт установочного нашего ряда. Далее просто повторяем 2 изнаночные, 3 лицевые. И так до конца ряда провязываем. 3 лицевые. 1, 2 и 3. Снова 2 изнаночные. Три лицевые. И в конце ряда 2 изнаночные и 2 лицевые. И кромочную провязываем изнаночной петелькой. И начинаем вязать первый ряд узора. Лицевой ряд. Кромочную сняли. Далее 2 изнаночные петельки. 2 вместе одной лицевой провязываем. Вот так. Далее накид и 1 изнаночная. Все, это раппорт первого ряда. Далее повторяем 2 изнаночные, 2 вместе лицевой, одной лицевой, 2 петельки, накид, 1 изнаночная. Снова 2 изнаночные. 2 вместе лицевой, 1 изнаночная, накид и 1 изнаночная. И после еще разок раппорт провяжем. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой, накид, 1 изнаночная. И в конце 1 изнаночная еще после раппорта и изнаночной кромочную провязали. Далее второй ряд. Кромочную сняли, 1 лицевая перед раппортом, и далее раппорт начинается второго ряда. 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые петельки. Все, это раппорт второго ряда. Далее повторяете. Если, в принципе, другими словами сказать, как вязать второй ряд, и не привязываться к раппорту, то лицевые вы провязываете лицевыми, изнаночные – изнаночные и накиды – изнаночными петельками. Либо по раппорту. Схему я обязательно покажу вам в конце видео. Она очень простая. Кромочную изнаночной и переходим к вязанию третьего лицевого ряда. Кромочную снимаем, 2 изнаночные петельки, накид, 2 вместе лицевой, вот эти с наклоном влево мы сейчас провяжем. Для этого первую петельку сняли, вторую лицевой и протягиваем ее через снятую. Вот так. И 1 изнаночная. Это конец раппорта третьего ряда. Далее повторяем. Вот видите, у нас получается 2 дырочки внизу и вверху уже.
2 изнаночные, снова повторяем раппорт, накид, 1 накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная петелька. И еще раз 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 изнаночная. И еще разок 2 изнаночные петельки, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 изнаночная. И в конце ряда 1 изнаночная после раппорта и кромочную изнаночной провязываем. Переходим к четвертому ряду. Вот такая красота ажурная. Четвертый ряд. Кромочную снимаем. Лицевая петелька перед раппортом. И пошел раппорт. 1 лицевая, 2 изнаночные петельки. И 2 лицевые. Все, это конец раппорта. Далее повторяем. Либо вяжем его так же, как второй ряд, или как вы помните, да, что вяжется второй ряд и четвертый по узору лицевые лицевыми, изнаночные изнаночные, и накид вяжется изнаночными петельками. Это если без привязки к раппорту, к схеме. Все очень просто, но тем не менее покажу вам обязательно и схему, чтобы было вам совсем легко и просто. Все, это четвертый заключительный ряд изнаночный. Далее вы просто повторяете с первого по четвертый ряд. Столько раз, сколько вам нужно для вашего изделия. Получится просто великолепно и шикарно. Ажурный сказочный узор. Посмотрите, я провязала несколько раз по 4 ряда. Посмотрите, какая шикарная красота. Просто кружевная. Вот еще раз вам покажу в горчичном или зеленом цвете, вот в таком сочном. Просто великолепно. Вот схемка. Она совсем простая, но тем не менее вам показываю. На ней и лицевые, и изнаночные ряды указаны. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, нажимайте на колокольчик. А на сегодня все, друзья. Пока!